В Бурабае собрались папы со всего Казахстана для того, чтобы поговорить о своих проблемах и поделиться опытом. Там прошел 4-й республиканский форум отцов. Лучшим из них даже вручили благодарственные письма и медали Камкор Аке. Поговорить о том, как укрепить статус отца в семье, съехались мужчины со всей страны, даже из-за рубежа. Папы, рабочие, учителя и высокопоставленные чиновники говорили о наболевшем и делились достижениями и опытом. Есть хорошая казахская пословица: «Не беспокойся о воспитании детей, заботься о своем воспитании. Твой ребенок будет смотреть на тебя и брать с тебя пример». У отцов есть не только обязанности, но и права, уверены в Союзе отцов Казахстана. Здесь считают несправедливым, что при разводах судьи чаще встают на сторону матерей. Ведь немало примеров того, как отцы успешно справляются с воспитанием детей. Как организация направить на то, что показывать таких хороших отцов обществу, не потому, чтобы их просто рекламировать, а надо пропагандировать их поступки. Роль отцов в современной семье давно вышла за рамки кормильца. Теперь и отцам необходимо принимать участие в получении образования, настройки моральных ориентиров своих детей, считают образцовые папы и намерены нести эту мысль в массы. Ирина Евгеньева, Ербулат Асылбеков, Информбюро, Акмолинская область.